момента восхождения на московский престол великий князь Иван III считал своим главным делом собирание русских земель в единое государство. Княжества были разорены внутренними распрями, между тем, как на востоке собирал силы старый враг – Золотая Орда. 200 лет ордынцы получали русскую дань. Жгли города, убивали, грабили и уводили русичей в рабство. Теперь стране грозило новое татарское нашествие. Но русские князья были обеспокоены лишь сохранением личной власти. Иван III понимал, так больше продолжаться не может. Русь нуждается в единстве, иначе она просто погибнет. В 1478 году Великий Новгород вошел в состав Московского государства. Область за областью, княжество за княжеством присоединялись к Москве. Русь набирала силу, чтобы покончить, наконец, с зависимостью от монголо-татарской орды и завершить борьбу с ней. Борьбу, которая длилась уже более 200 лет. Московскому послу Семену Толбузину была доверена миссия государственной важности. По личному указанию великого князя Ивана III, ему предстояло завербовать в Италии инженера и привезти его в Москву. Там наступали новые времена, а их символом должен был стать величественный Успенский собор, который строился в Кремле. Но храм, который почти возвели зодчие, внезапно рухнул. Оказалось, что фундамент был недостаточно глубоким, чтобы выдержать столь мощную нагрузку. Московский государь повелел разыскать в Европе инженера, который смог бы закончить постройку. Толбузин уже отчаялся найти архитектора, когда ему посоветовали обратиться к мастеру по имени Аристотель Фиораванти. Фиораванти сразу понравился послу широтой познаний и ясностью мысли. На родине инженера ничто не держало, а далекая земля манила новыми возможностями. У Семена Толбузина не осталось сомнений. Аристотель – именно тот, кто нужен великому князю московскому. Аристотель Фиораванти – итальянский архитектор, инженер. Сооружал мосты, проектировал каналы и строил замки. Впервые в истории по заказу городской администрации передвинул на 13 метров колокольню в своем родном городе Болонье. Занимался литьем и по высшему позволению чеканкой монет. Ему исполнилось 60 лет, когда его пригласили в Россию. Аристотель достиг многого, но не главного. Зодчий до сих пор так и не создал шедевр, способный прославить его в веках. Приезд русского посла разрешил все его сомнения. Тем более, что новые заказчики согласились платить ему немыслимое по тем временам жалование – 10 рублей в месяц. За сумму в пятеро меньшую можно было купить отличного коня, а на оставшиеся деньги жить, не зная горя. Осенью 1474 года Аристотель вместе с сыном Андреа отправился в Москву, в страну, о которой почти ничего не знал.
Лишь в дороге он услышал от русских спутников о событиях вековой давности. О страшном нашествии хана Тохтамыша. И о московском пожаре, случившемся 100 лет назад. 100 лет тому назад Москва, как и вся Русь, была данником Золотой Орды. Золотая Орда известна также как Улус-Джучи или Великий Улус, основана в середине 13 века монгольским ханом Батыем, внуком Чингисхана. Ее территория охватывала часть Средней Азии, Поволжье, Северный Кавказ, Крым, Северное Причерноморье и Западную Сибирь. К середине 14 века Золотая Орда стала одним из самых крупных государств Евразии. Русские князья признавали ордынского хана своим верховным правителем и платили ему дань. Но огромная монголо-татарская империя уже рассыпалась на части. В самой Орде началась борьба за власть между ханами. Заговоры, убийства, мятежи привели к полному хаосу. Восстановить порядок, а заодно прибрать власть к рукам, попытался ордынский полководец Мамай. Во главе своего войска он поднял мятеж, но захватить ханскую столицу, Сарай, не смог. Тогда Мамай создал собственное государство. Его ставка расположилась на Днепровских берегах, а владения протянулись до западных берегов Волги. Мамай не был чингизидом, то есть потомком Чингисхана, а поэтому и не мог объявить себя полновластным ханом. Он назначал на ханский престол собственных ставленников и сам правил от их лица как Беклярбек, глава правительства. Неурядицами в Орде воспользовался Дмитрий Иванович, великий князь московский, который отказался платить Орде положенную дань. Этот отказ свел врагов на поле Куликовской битвы. Где несметная Мамаева рать была разбита. Мамай бежал. Русские воины обрели вечную славу. А князь Дмитрий Иванович — свое прозвище — Донской. Но эта победа не стала концом Мамая. У него имелся и другой враг — хан Тохтамыш, законный претендент на ханский престол. Их войска сошлись возле реки Калки. Но битвы не состоялось. Большинство воинов Мамая присягнули Тохтамышу, а их бывший предводитель бежал в Крым, где вскоре нашел свою смерть. Тохтамыш заново объединил Орду и сразу обратил свой взгляд к Москве. Он мечтал возродить величие ханской власти и, подобно своим предкам, безраздельно властвовать над Русью. Но Дмитрий Донской отказался и брать у Тохтамыша ярлык, то есть разрешение на правление, и платить ему дань. Война была неизбежна, и Москва готовилась к новому татарскому нашествию. Князь Дмитрий отправился в Кострому собирать войска, а защищать столицу княжества доверили Астею, литовскому князю, который находился на московской службе. В августе армия Тохтамыша осадила город. Здесь русские впервые применили огнестрельные орудия, которые назывались тюфяками. Слово «тюфяк» — восточного, вероятно, тюркского происхождения. Первое упоминание о тюфяках во время обороны Москвы является наиболее ранним свидетельством о применении огнестрельного оружия на Руси. До 17 века они применялись в качестве городской артиллерии. Тюфяки стреляли дробом, то есть рубленным железом, и имели ствол конической формы для веерного разлета дроба. При стрельбе устанавливались на колоды или козлы, реже — на колесные лафеты. Москвичам удалось отбить 2 приступа. Тогда противник пустился на хитрость. В стане Тохтамыша находились 2 сыновей Суздальско-Нижегородского князя.
Эти изменники стали убеждать москвичей, что хан пришел лишь наказать непокорного Дмитрия Донского, а к жителям не питает никакой ненависти. Если они преподнесут хану дары и покажут ему город, Тохтамыш уйдет с миром. Москвичи поверили предателям. Городские ворота открылись, из них вышла мирная делегация во главе с князем Астеем. Но татары изрубили делегатов и ворвались в город. А потом Москва запылала. В пожарах гибли люди, дома, храмы. Пламя пожирало тысячи драгоценных рукописей, свезенных в Москву со всего мира. После разграбления столицы татары жгли и разоряли окрестные города и деревни. Серпуховской князь Владимир Андреевич Храбрый выступил им навстречу и разбил большой отряд татар. Но исхода войны эта победа решить не могла. Тохтамыш с добычей и пленниками ушел в родные степи, увозя великокняжескую казну. Дмитрий Донской вернулся на пепелище. Всего 2 года назад он праздновал победу на Куликовом поле. А теперь снова пришлось признать зависимость от Орды. Русская земля оставалась раздробленной на отдельные княжества, и ей предстоял еще долгий путь к единству и полному освобождению. Аристотель Фиараванти прибыл в Москву в 1475 году. Мастера принял сам великий князь Иван III вместе с супругой Софьей. Фиараванти принялся за работу немедленно, ведь для государя Успенский собор должен был стать видимым символом объединения земель и единства народа. Немало верст изъездил инженер, осматривая старинные русские храмы. Образцом для будущего храма он выбрал Успенский собор в прежней столице Северо-Западной Руси – Владимире на Клязьме. Весной 1476 года на Кремлевской площади закипела работа. А по вечерам Аристотель с помощью переводчика знакомился с русскими летописями. С пожелтевших страниц летописей проступала тень другого неприятеля, который 90 лет назад двинулся на Русь – великого эмира Тимура. У хана Тохтамыша, который сжег Москву, был враг куда более страшный, чем русские князья. Азию сотрясали походы великого эмира по имени Тимур или Тамерлан. Многим казалось, что в его лице сам Чингисхан возвратился из небытия. Тимур – среднеазиатский правитель и полководец из монгольского племени барласов. В молодости возглавлял шайку разбойников. Получил тяжелое ранение, отчего на всю жизнь остался хромым и получил прозвище Тимир-эль-Лянг или Тамерлан, то есть «железный хромец». Служил как полководец различным правителям Средней Азии. В результате междоусобных войн создал на территории современного Узбекистана собственное государство. Покорил часть Ирана, Ирака, Афганистана, Закавказья и создал империю тимиридов, где носил титул великого эмира. Тохтамыш поначалу считался лишь ставленником Тимура в Золотой Орде, но, получив власть, Тохтамыш бросил вызов своему покровителю. Войска хана начали совершать набеги на земли Тимура, и тот решил наказать изменника. В 1388 году началась война, которой еще не видел свет.
Несколько лет огромные армии Тимура и Тохтамыша сталкивались в битвах. Степи заливала кровь. Целые города оказались стертыми с лица земли. Наконец, в сражении на реке Терек Тимур наголову разгромил врага. Следующей целью победителя стала Русь. Летом 1395 года войско Железного Хромца подошло к ее рубежам. Пограничный город Елец был предан огню и мечу. Под угрозой оказалась Москва. В столице после смерти Дмитрия Донского правил его сын Василий I. Узнав о вторжении, князь пришел в отчаяние. Сдержать несметную армию Тимура не смог бы никто. Казалось, судьба столицы решена. И тогда митрополит Киприан предложил доставить из Владимира чудотворную икону Божьей Матери. Когда образ привезли, встречать его вышли князь с семейством и огромная толпа москвичей. Улица, на которой это произошло, по сей день называется Сретенкой, от древнерусского слова «сретенье», то есть «встреча». Там же был основан Сретенский монастырь. Князь Василий склонился перед иконой, прося Богоматери о заступничестве. И тут случилось невероятное. В Москву прискакал гонец с ошеломляющей вестью. Войско Тимура повернуло назад. Никаких объяснений этому не было. По легенде, ночью перед Тимуром предстала грозная женщина и повелела убираться с русской земли. А утром эмир вышел из своего шатра и приказал трубить сигнал к отступлению. И он ушел. Фиараванти вникал во все подробности строительства. Сам проверял качество белого камня. Следил, как вбивают дубовые сваи в фундамент храма. Дело для московских зодчих было новое, как и производство качественного кирпича. Тот, который делали в Москве, Аристотель забраковал. Слишком тонкий и недостаточно прочный. По настоянию итальянского мастера в Москве построили мануфактуру, на которой производили кирпич. Дело спорилось. Государь средств на строительство не жалел и к советам иноземца прислушивался. В одной из бесед выяснилось, что итальянец знает толк и в оружейном деле, и великий князь поручил ему организацию первого на Руси пушечно-литейного двора. Иван твердо решил покончить с зависимостью от Орды, раз и навсегда. Он хорошо помнил и о Тохтамыше, и о Тимуре, и о тех, кто приходил на Русь после них. От Тимура Москва была спасена, но в эти же годы начала восходить звезда нового полководца – Едигея. Едигей носил звание темника в ордынском войске, то есть имел в подчинении 10 тысяч воинов, по-древнерусски «тьму». Свою службу начал при дворе Тимура и даже породнился с ним. Сестра Едигея стала женой великого эмира. Как и Мамай, Едигей не был чингизидом, но обзавелся многотысячной армией сторонников и начал вершить собственную политику. После разгрома Тохтамыша Тимуром Едигей фактически правил Ордой. Он ставил и смещал ханов по своему усмотрению. А в Москве продолжал княжить сын Дмитрия Донского Василий I. Степные соседи были ослаблены внутренними распрями, и великий князь вздохнул свободнее. Он вновь прекратил выплачивать дань ордынцам и даже сам нападал на их владения. Этого Едигей стерпеть не мог, и зимой 1408 года ордынцы отправились в карательный поход. Под ударами татар пали Нижний Новгород, Ростов-Великий, Серпухов, Коломна. Ордынское войско подошло к Москве.
Князь Василий I находился с войском далеко от столицы. Оборонял город князь Владимир Андреевич Храбрый. Владимир Андреевич, внук великого князя Московского Ивана Калиты и двоюродный брат Дмитрия Донского, участник Куликовской битвы, где командовал засадным полком и решил исход сражения в пользу русского войска. За это вместе с князем Дмитрием получил прозвище Донского. Воевал с Тохтамышем. Боролся против мятежных Рязани и Новгорода, укрепляя Великое княжество Московское. Повторить успех Тохтамыша татары не смогли. Отпирать ворота никто не собирался. Москва, обнесенная к этому времени каменными стенами, оказалась ордынцам не по зубам. 3 недели Едигей держал город в осаде, а затем отступил. Однако перед этим вытребовал от москвичей значительный денежный откуп – 3000 рублей. Дома Едигея ожидала новая война. Сразу несколько сильных соперников покусились на его место. В одном из сражений Едигей погиб от рук сына Тохтамыша, который мстил за отца. Золотая Орда стала рассыпаться на осколки. В первой половине 15 века на месте единого государства Золотой Орды было образовано несколько ханств. Сибирское, Узбекское, Казанское, Астраханское, Крымское, Казахское, Ногайская Орда. Формально надо всеми этими ханствами главенствовала так называемая Большая Орда со столицей в городе Сарае. Но даже расколотая Орда оставалась для Руси серьезным противником. А тут еще и сами русские князья сошлись в ожесточенной схватке за власть. Общие очертания храма уже просматривались. Фиараванти, католик по вероисповеданию, провел на Руси уже многие месяцы и проникался все большим уважением к православию. Он восхищался красотой икон и церковных росписей. Аристотель понимал, что оставляет этой стране не просто здание и даже не просто храм. Итальянский мастер не раз слышал о том, как Бог помогает русским. Ему рассказывали о бегстве Тимура после явления Богородицы. Рассказывали и о сыне князя Василия I, который получил мрачное прозвище «Темный». Перед смертью московский князь Василий I завещал престол 10-летнему сыну, которого, как и отца, звали Василием. Этим был недоволен дядя маленького князя, Юрий Дмитриевич, державший престол в Звенигороде. В 1389 году Дмитрий Донской завещал престол старшему сыну Василию, а после его смерти младшему Юрию. Но Василий перед смертью передал власть не Юрию, а своему сыну Василию II, что противоречило воле Донского. Юрий был талантливым правителем и полководцем, а за подрастающим Василием Васильевичем особых дарований не замечалось. Восемь лет длилась вражда между Москвой и Звенигородом, а в 1433 году началась настоящая междоусобная война. Московский престол переходил от дяди Юрия Дмитриевича к племяннику Василию II и обратно. Война не утихала и после смерти князя Юрия. Борьбу за власть продолжили его сыновья – Василий по прозвищу Косой и Дмитрий, прозванный Шемякой. Обе стороны не гнушались прибегать к самым жестоким методам. Василий Косой взял Устюг и устроил там настоящее побоище, без жалости рубя и вешая горожан. Вскоре он попал в плен к своему двоюродному брату и тезке Василию II. Князь приказал выколоть ему глаз,
С тех пор Василий Юрьевич и получил свое прозвище – Косой. Придворные льстецы уверяли, что это злодеяние было оправданным. Ведь Василий II добился этим победы и надолго прекратил междоусобицы. Но тут на Русь надвинулись новые несчастья. Орду также раздирали кровавые распри. В жестокой схватке за власть сошлись три претендента. Два Мухаммеда, Улу, то есть Большой, и Кичи, то есть Малый, а также Сеид Ахмед, внук Тахтамыша. Мухаммед Большой был разбит соперниками, ушел с остатками войска в русские земли и попросил князя Василия дать ему пристанище. Беглый хан вполне мог рассчитывать на сочувствие. Когда-то он поддержал притязания Василия II на великокняжеский престол, отказав его дяде Юрию Звенигородскому. Теперь, лишившись власти, Мухаммед хотел обосноваться на юге, неподалеку от владений Москвы. Это совсем не входило в расчеты Василия II. Он потребовал от хана убираться прочь. Князь не знал, что тем самым создает себе нового опасного врага. Дело было зимой, и уходить в голодные степи на верную смерть Улу Мухаммед отказался. Тогда Василий отправил войско к городу Белев, где обосновался хан. Командовал им Дмитрий Шемяка, с которым князь Василий уже несколько лет пребывал в мире. Мухаммед надеялся, что Москва переменит свое решение. Он даже предлагал русским сам выплачивать дань, лишь бы его оставили в покое. Но в Белокаменной были непреклонны. В отчаянии хан решился на крайний шаг. Мусульманин, предводитель татар, впервые в жизни пришел к русскому православному храму. Войти внутрь он не осмелился и, приблизившись к церковным дверям, упал на колени. Улу Мухаммед взывал о помощи к Иисусу Христу со словами «О русский Бог!». На следующий день, 5 декабря 1437 года, многотысячное московское войско подошло к его стану. Улу Мухаммед располагал незначительными силами. Он отступил от Белева и укрылся за стенами укрепления, которое пришлось строить из обычного льда. Ни у кого не было сомнений, татары обречены. Действительно, в первой схватке московские воеводы добились успеха. Но затем хан двинул свою армию в контратаку. Удар был настолько внезапным, что войско Шемяки бежало с поля боя. Ордынские всадники догоняли и рубили бегущих. На снегу остались лежать сотни русских воинов, в их числе весь цвет московской знати. Улу Мухаммед не стал задерживаться в русских землях и двинулся на Волгу. Там он основал Казанское ханство, государство, которое на долгие годы станет для России одним из главных врагов. Аристотель многое слышал о столице Казанского ханства. Говорили, Казань – прекрасный город. Вот только тех, кто попадет туда не по доброй воле, ждет печальная участь. Рассказывали о томящихся в татарском плену русичах. Но увидеть этот город Аристотелю очень хотелось. Он еще не знал, что в Казани его услуги также потребуются, только не при строительстве, а при осаде города как военного инженера. Но случится это намного позже. А пока Аристотель с головой погружался в летописные сказания о тех временах, когда Русью правил Василий II, отец князя Ивана, столь радушно принявшего итальянцев в Москве. Два года Улу Мухаммед обустраивал Казань и собирал мощную армию. Теперь, вернув себе и силу, и славу,
он мечтал восстановить господство над русскими землями. Летом 1439 года ордынские воины в очередной раз обложили Москву. 10 дней длилась осада. Гарнизоном командовал умелый воин, боярин Юрий Патрикеевич, и хану пришлось отступить от столицы. Однако он дотла разорил окрестности Москвы и прихватил с собой несколько тысяч пленников. Через 3 года в поход отправился сын Улу-Мухаммеда, царевич Мустафа. Он грабил селения, угонял пленников, но задержался в пути. Лютые морозы застали его в землях Рязанского княжества. Рязанцы Москве не подчинялись. Когда Мустафа попросил пустить его войско в город для зимовки, они не стали возражать. Весть об этом дошла до московского князя. Василий II отправил к Рязани войско. Узнав об этом, Мустафа спешно покинул город. Но русские настигли его на реке Листани. Московские воеводы направили в тыл к татарам отряд мордовцев на лыжах. С другой стороны противника атаковала московская рать. Татары отчаянно защищались, но были разбиты. Сам Мустафа погиб. Через год на русские земли вернулся сам Улу-Мухаммед, чтобы отомстить за сына. Хан захватил Нижний Новгород, но возле Мурома татарское войско потерпело поражение. Мухаммед отошел к Нижнему. Вскоре московская рать отбила город у хана. Летом того же 1445 года ордынцы предприняли новый поход на Русь. Сам хан в нем не участвовал. Войско вели его сыновья – Мамутяк и Якуб. Василий решил, что легко справиться с неопытными военачальниками и не стал собирать большое ополчение. Подойдя к Суздалю, Василий II поставил свой лагерь у Спаса Ефимиева монастыря. Неприятель пошел в атаку утром 7 июля 1445 года. Первый натиск русские отбили. И тогда татары применили свою излюбленную военную хитрость. Изобразили притворное отступление. А потом неожиданно контратаковали. Московские воеводы попались на эту уловку. Княжеское войско было разбито и разбежалось. А великий князь Московский оказался в татарском плену. Москву охватила паника. За ней последовал опустошительный пожар. Появись под стенами татары, город не устоял бы. Но сыновья Улу-Мухаммеда увозили драгоценного пленника в свои владения. Хан потребовал за великого князя непомерно большой выкуп – 25 тысяч рублей, то есть около 3,5 тонн серебра, и отпустил на Русь лишь после того, как Василий дал клятву расплатиться сполна. Но пока он находился в плену, старый соперник Василия, Дмитрий Шемяка, не упустил своего шанса. Он привлек на свою сторону князей и бояр и завладел московским престолом. Вернувшись в московские земли, Василий оказался в руках заговорщиков. Его схватили в Троице Сергиевой лавре и по приказу Шемяки ослепили, так же, как некогда сам князь ослеплял своих врагов и соперников. С той поры, лишенный зрения, князь Василий получил прозвище «Темный», и под этим именем остался в истории. Несколько месяцев провел он в Угличе под строгим надзором людей Шемяки. Свергнутый князь, глаза которого навсегда скрыла повязка, ждал своего часа. Дмитрий Шемяка оказался правителем неумелым и жестоким. В то же время ужасная судьба Василия II вызвала у многих сочувствие. Бояре и воеводы постепенно переходили на его сторону. Князю прощали и его бывшие злодеяния, и военные неудачи.
Да и сам он, хлебнув горе, казалось, преобразился, став сильнее и мудрее. Ровно через год после ослепления, 17 февраля 1447 года, Василий вернул себе столичный престол. Дмитрий Шемяка навсегда покинул пределы Московского княжества. Через 7 лет в Новгороде он был отравлен. Как полагают историки, по приказу московского князя Василия Темного. Междуусобная война утихла, но над русской землей по-прежнему висела угроза татарских нашествий. В 1451 году, когда Василий II отказался платить дань хану Саид Ахмату, на Москву двинулся с войском его сын, царевич Мазовша. Мазовша пошел на штурм Москвы и поджег городские посады. Но бой в дыму и пламени окончился победой москвичей. Ночью ополченцы установили на городских стенах пушки, пищали, самострелы. А когда наступил рассвет, москвичи не увидели неприятеля. Как выяснилось позже, воины Мазовши услышали ночью странный шум. Они испугались, что на них с великими силами идет сам московский князь, и бежали. Ордынские набеги еще тревожили русские границы, однако чаша весов медленно, но неуклонно склонялась в пользу Москвы. Даже сыновья победоносного улу Мухаммеда, Касим и Якуб, сочли, что дружить с Василием Темным выгоднее, чем враждовать, и перешли к нему на службу. О судьбе Василия Темного Аристотель знал только по летописям. Зато с его сыном, Иваном Васильевичем, виделся часто и не скрывал своего восхищения перед его мудростью. На глазах итальянца к московскому княжеству присоединились новые города и земли. Формировалось крепкое войско, готовился общий свод законов. Не зря Ивана III многие называли великим. Иван начал княжить в 1462 году после смерти отца Василия Темного. Русь немного окрепла после кровавой смуты, но татарские нападения не прекращались. И тогда Иван III сам пошел на них войной. Первые удары обрушились на Казанское ханство. Поначалу русские потерпели неудачу. В поход они отправились осенью, хлынули дожди, все дороги были размыты. Вскоре закончилась провизия, и воинство вернулось с полпути. Но уже зимой был снаряжен новый поход. На этот раз ничто не помешало московским отрядам вести наступление. В отместку за многие годы унижений и грабежей они сеяли на своем пути разруху, опустошали и жгли ордынские селения. Татары, привыкшие нападать, обороняться не умели. Русское войско преследовало их почти до самой Казани. Через год Иван III собрал всенародное ополчение. Вооружились даже купцы и обычные московские жители. До Оки добирались пешим ходом. Дальше пересели на ладьи. Летним утром 1469 года русский флот под командованием воеводы Ивана Руно подошел к Казани. Штурмовать город воевода не стал, но уничтожил богатые окрестности татарской столицы. После ряда побед московские воеводы принудили казанского хана к покорности и добились выдачи русских пленников. Но не Казань была главным врагом Москвы. Самая серьезная опасность исходила из Сарая, столицы Большой Орды. Ее хан Ахмат в войнах с узбекским и крымским ханствами сильно расширил пределы своего государства.
Ахмат решил вернуть старые времена, когда московские князья зависели от воли ордынских правителей. В 1472 году огромное войско двинулось из сарая на Москву. На пути стоял небольшой городок Алексин. Его жители не испугались грозной ордынской рати и задержали Ахмата. Когда к русским подошли подкрепления, хан не осмелился вступить в бой. Для Ахмата этот поход окончился бесславно. Однако и на Руси, в Большой Орде, понимали, это еще не финал. Решающая битва стала лишь вопросом времени. Аристотель присутствовал при освящении храма и не вытирал слез, катившихся по его щекам. Он понимал, никогда ему не создать ничего прекраснее и величественнее, но этот шедевр прославит его в веках. Не мог сдержать восхищение и митрополит Геронтий, а рядом стоял сам московский князь. Теперь от него зависело, чем завершится вражда с Ордой, которую вели его отец, его дед и все его предки уже более 200 лет. Прошел год после освящения Успенского собора, когда на Москву двинулось новое татарское полчище. Уже 7 лет Иван III отказывался выплачивать дань Орде. В глазах хана Ахмата это было нестерпимой наглостью, и он двинул войска на Москву. Часть бояр предлагала князю спастись бегством. Другие убеждали покориться и выплатить дань. Но Иван III начал стягивать войска к границам Московского княжества. В июле 1480 года татарское войско подошло к верховьям Дона. Иван III расположился в Коломне, чтобы закрыть Ахмату путь к столице. Хан двинулся в обход, к Калуге. Но княжий сын Иван Молодой и воевода Данила Холмский перекрыли дорогу и здесь. Две армии встретились на берегах реки Угры. В русской обороне, протянувшейся на 5 километров, ордынцы не могли найти ни единой бреши. Стороны начали переговоры. Ахмат изложил свои требования. Иван III должен с преклоненной головой явиться в ханский стан и принести дань, которую задолжал за 7 лет. Вместо себя великий князь послал боярского сына Ивана Товаркова. Он пришел с подарками, но сообщил, что выплаты дани не будет. Переговоры были сорваны. Войска стояли друг против друга месяц, другой. Сражение не начиналось. Ударили морозы, Угра встала. Иван отвел свою армию на более выгодную позицию, к городу Боровску, на случай, если ордынцы все-таки решат форсировать реку. Но татары, вместо того, чтобы перейти по льду и сразиться с русскими, неожиданно повернули на восток. Ордынцы уходили, а вместе с ними уходило из Руси многовековое иго, теперь уже навсегда. Аристотель Фиараванти в качестве начальника артиллерии участвовал в походе Ивана III на Новгород и навел понтонный мост через реку Волхов. Мастер хотел возвратиться в Италию, но Иван III не отпустил его и даже арестовал на некоторое время. Инженер принимал участие в походах на Казань и на Тверь в возрасте 70 лет. Вероятно, умер в Москве. Молва именно ему приписывает создание тайного подземного хранилища на территории Московского Кремля, где якобы спрятана легендарная библиотека Ивана Грозного. Государь молился в новом, еще не расписанном храме.
молился с благодарностью за спасение его державы, молился о потомках и о будущей судьбе Московского государства. Пройдет без малого 70 лет, и в Успенском соборе Московского Кремля будет венчаться на царство его внук, тоже Иван и тоже Васильевич. В памяти потомков он останется как Иван Грозный. Со смертью его сына, Федора Иоанновича, прервется древняя династия Рюриковичей. А в 1613 году в Успенском храме пройдет Земский собор. После многих лет смуты Русь получит нового царя, и Михаил Федорович Романов продолжит дело строительства русской державы, начатое его далекими предками.